Иногда бывает так, сколько бы вы ни прокачивали тормоза, педаль все равно остается слабой при торможении. И тормозная жидкость в очке всегда в норме и никуда не девается. Вот так может подсасывать воздух главный тормозной цилиндр. При этом на вид он как новый, но вы все время мучаетесь тормозами и никак не можете их толком прокачать. Продиагностировать главный тормозной очень просто. Снимаем штопорное кольцо и вытягиваем поршни. И если вы присмотритесь на уплотнительные сальники, то всегда сможете обнаружить либо задиры на них, либо зачастую резина попросту задубела. И что мы делаем в таких случаях? По желанию клиента ремкомплект при наличии и по нашим рекомендациям и желанию это замена главного тормозного цилиндра. А что вы делаете в таких случаях? Напишите, пожалуйста, в комментариях. При этом не забудьте подписаться. У меня много интересного про автомобили.